Так, всем привет. Для начала я хотел бы получить какой-то фидбэк, хорошо ли меня слышно, хорошо ли меня видно. Два участника есть, если меня слышно, пишите, пожалуйста, в чат. Хорош. Насчет качества звука. Так, я тема, все, есть ответ, дождался, спасибо. Значит, сегодня мы будем разбирать тему постфлопа в 3-бет потах, когда мы находимся в позиции. В прошлый раз мы разбирали теорию какую-то, то есть с какими спектрами мы можем защищаться, какие руки лучше подходят для защиты против 3-бета. Сегодня мы попробуем более практическую часть. Что бы я хотел? Я смотрю, в данный момент аудитория чуть другая, чем была у нас в прошлый раз. То есть, если у вас есть какие-то вопросы, если у вас есть какие-то конкретные раздачи по нашей теме, то вы можете их запостить на форум в разделе «Тренировки», и в качестве примеров мы будем разбирать не какие-то мои раздачи, а конкретно те раздачи, которые интересуют вас. То есть пишите в чат, если у вас что-то есть вопросы конкретно по теме защита в 3-бет-потах в позиции. Ну, мы, грубо говоря, мы без инициативы. То есть мы сегодня разбираем только, ну, не только, но преимущественно игру без инициативы. И начну я с вопроса, который мне задали в теме нашей тренировки. То есть это вопрос розыгрыша карманных пар до 8-8 на катофе и на баттоне. Защищать их или нет 3-бетом? Как они будут играть? То есть проблемы защиты видится в том, что часто без позиции оппоненты будут много баррелить, и нам будет тяжело защищать наши мелкие карманки. Ну, давайте для начала проведем анализ equity, то есть какие спектры 3-бета есть. Какие спектры 3-бета есть против позиции катофа и против позиции баттона. То есть, ну, грубо говоря, средний спектр 3-бета на микролимитах, мне кажется, против баттона будет где-то в районе 10-12%. Чуть тайтовее это будет 6 и ниже, чуть лузовее это будет от 15 и выше. То есть давайте возьмем пример самого тайтового спектра. Сравним, ну я себе представляю тайтовый спектр 3-бета примерно так. Сравним по equity наши карманки. Опять же, я чуть-чуть повторюсь прошлой темы. Эквити наших карманок двойки, ну, порядка 35-37% это двойки шестерки. У восьмерок уже эквити повыше. У семерок тоже уже 38%. То есть против тайтового спектра у нас equity порядка 35-37%. Какие нам дают шансы банка при 3-бетах? Опять же, у меня здесь
Google Docs есть формула, которая считает эти шансы банка. При размере, если мы open raising 2,5, если нас трибайтят на большом блайнде сайзингом 8,5, под будет примерно 11,5, да, то есть 2,5 мы открылись, 8,5 трибет и еще малый блайнд. И таким образом мы получаем шансы банка порядка 34%. В принципе, если мы уверены в своей постфлоп игре, то мы можем калировать исходя из equity, но при этом мы должны помнить, что есть такое понятие, как реализация equity. Если соперник, мы играем против очень хорошего соперника, то такие и калируем исключительно по чистым шансам банка, у нас могут возникнуть проблемы, потому как нам не дадут реализовать все наше equity. Если мы не попадем в сет, мы будем вынуждены очень часто падать, и рука будет играться плохо, то есть хуже, чем наше ожидаемое equity. В целом это очень важно, на это обращать внимание, когда мы находимся вне позиции. В позиции мы также это должны учитывать, но в целом мы должны более-менее реализовывать наше equity. То есть вы можете сделать какую-то скидку, например, добавить себе несколько процентов. То есть нам надо, если нам надо 34, у нас есть вот такие руки, как двойки, тройки, уже вопрос, стоит ли нам с ними калировать. И я это продемонстрирую на примере анализа базы данных. То есть первый вариант, мы должны рассмотреть equity наших рук против диапазона 3-бета. Если equity не хватает, то, соответственно, и калировать, наверное, не стоит. Ну, опять же, в зависимости от сайзинга оппонента, то есть, если оппонент, например, делает рейс 6, то есть банк у нас будет сколько? 8,5? 9, да? Мы получаем очень хорошие шансы банка, 28. То есть, грубо говоря, чем меньше сайзинг 3-бета, тем более мы должны, тем чаще мы должны защищать наши карманные пары. Чем он выше, то есть если мы сделали рейс 2, например. Понравилось видео? Ставь лайк, подписывайся на канал и начни обучение покеру прямо сейчас.